Пожалуйста, заходите. Прошу. Туда проходите. Чтобы мы чаёк пили, да? Наливай чаёк, да? Ты, значит, хороший. Все женатые уже. Вот. Приходят к нам гости, наших детей хотя бы. Может, такая же была тяжелая атмосфера партии, такая вот, знаете, ну, рутинно во всем. Ну, тяжело было. Дефициты кругом работают. А это Ельцин не виноват, да? Вы знаете, не Ельцин виноват тут. Жить стало лучше ли? Вы знаете, свободнее раз. Во-вторых, вот... имеешь... Это ваша личная вот жизнь. Вот моя личная жизнь. Ну, нет очередей, во-первых. Это уже хорошо. Вот он, председатель Верховного Совета. Вот. Вот его краткая биография тут. Он с Горбачевым еще, можно сказать, в хороших отношениях был. После первых выборов. Это первые выборы, да. Чем дело? Ну, я всегда готов, только в субботу у меня занято немножко. Вы как этих странных выводы. Все равно. Он сказал, приходите. И этих. Получаю 30 тысяч пенсии. Отработал 37 лет. Себе, да? Ну, вы сидите там. Да. 600 рублей. Это можно было примерно две семьи прокормить спокойнее. Сейчас я получаю 540 тысяч. В переводе на советские деньги это порядка 40 рублей. То есть я получаю в 15 раз меньше, зарабатываю, чем зарабатывал при советской власти. 37 лет стажа. Зюганов Геннадий Андреевич, человек высокообразованный, человек высокоинтеллектуальный, человек высококультурный и человек, понявшие все ошибки и все те просчеты, которые делали коммунисты в прошлом.